Любимцы детворы на публике. Телеканал «Донбасс» устроил грандиозный праздник в Международный день защиты детей. Ведущие популярной детской программы «Телепазлики» развлекали ребятню не с экранов телевизоров, а на главной площади Донецка. Праздничное утро на главной площади Донецка начинается с танца цветов. Танец коллектива «Визави» открывает всенародное шоу «Лайв Донбасса». День защиты детей в прямом эфире отмечают ведущие популярные программы «Телепазлики». Здравствуй, площадь! Доброе утро! Рады приветствовать вас! Площадь на полтора часа превращается в детскую игровую площадку. Разнообразные конкурсы, призы, бесплатное мороженое и фестиваль талантов. Что бы ты хотела пожелать всем детям сегодня? Привет! Привет! Отлично! Такое хорошее поздравление! Развлекают детей Чебурашка и Карлсон. Компанию им составили герои японского аниме. В танцевальной битве сходятся дракон и лев. Это показательное выступление разных школ единоборств. Федерации Ушу, Гунфу и Цигун. А танцовщицы хореографической студии «Астра» перевоплощаются в волчиц. Практически все дети, которые пришли сегодня на площадь, участвуют в конкурсе рисунков. Самые популярные изображения – машинки, смайлики и домики. Это домик в деревне, в которой живет счастливая семья. Ух ты, наверное, там живет твоя семья, да? Нет. Ага, просто это такая мечта, это такая открытие. Это наши дальние родственники. Заканчивается полуторачасовое шоу с запуском почтовых голубей. Раз, два, три, полетели! Ура! С праздником, друзья! Желаем всем, чтобы исполнились ваши самые заветные мечты. Будьте Анастасия Певна, Виталий Семеняга, Артем Степанов, большое. Телеканал «Донбасс». Вы молодцы!